быть не полностью, так эпизодом. После принятия сеанса она как бы улучшается на последующее вот прохождение сеанса в этой работе. Вот. Ну и улучшается, во-первых, то, что улучшается сон. В какой-то степени боли уменьшается после этого. Вот. А что в дальнейшем будет, это пока нет времени. Сколько, как говорят, делает доктор своё дело, говорит по этому вопросу. Тогда можно судить о конечном результате. Но облегчение дает. Сейчас вот как тепло, вот под рукой тепло, волна такая теплая, 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 и до конца пальца доходит и сходит. А куда сходит, неизвестно. Ну, больше страха. А с каким вы диагнозом поступили? Слабое прохождение тока крови, сужение сосудов, ну, склероз, короче говоря, артериальных сосудов. Ну, вот мы поработали с ним, да? Во-первых, отечность ушла. Отечность. Да, ушла отечность. Боли меньше стали. Потом, во-первых, у него была такая красно-синяя. Теперь немножко воспалительный процесс убирается, снимается потихоньку. Уже даже цвет ноги меняется. Меняется. Вот. Что покажет время? Положительный фактор вот нашего начала сотрудничества в том, что именно здесь мы, так сказать, люди традиционной медицины и нетрадиционной медицины, здесь мы находим определенные, так сказать, взаимопонимание по подходу к лечению того или иного больного. Просто задача сейчас пока на первый этап нашего сотрудничества стоит в том, чтобы именно посмотреть действительно своими глазами традиционных медиков, насколько вот эти вот действия Нины Станиславны могут приносить действительно некоторые, так сказать, ну, по словам облегчения, я понимаю, снятие боли, снятие, то есть человек, снятие его такого вот нервного состояния, что почти у каждого больного мы это видим с нашей патологией, с нашими заболеваниями. То есть сейчас говорить еще, вот я согласен, рано еще о каких-то результатах, но тот факт, что мы вместе стали работать, мне кажется, это интересно. Вот, одно я могу пока сказать, что вреда она еще пока не сделала. Только пока что мы видим, что больные, ну, действительно как-то ждут и хотят, чтобы она с ними работала. Ну, скажем, во многих странах Запада и в соцстранах, когда экстрасенсы работают в тандеме, в тесном с врачами, на вполне легальных, так сказать, законных основаниях, они интегрированы в медицинский процесс в клинике, не в штате находятся, получают зарплату. Все правильно, но мы... В принципе, как врачи, вот как работающие здесь, нам интересно, и мы ни в коем случае не будем возражать, если вот такие люди, как... Да, в штат хотя бы нашего отделения. Да, но это вот не в наши, так сказать, компетенции, мы просто это не можем, как, во-первых, конечно, вопрос становится, а как ей жить, как она зарплату будет получать? Она же у нас не получает зарплату, она же... Ну, одним воздухом приходит. Долго питаться нельзя. Да. Долго нельзя питаться, конечно, но все это мы прекрасно понимаем, но тем не менее, тут вот такой вопрос задать, на который мы просто не можем ответить, не в нашей компетенции. Нина Станиславовна, этот союз где-то посодействовал тому, что шкала ваших возможностей, ну, она, скажем, поднялась. Да, во-первых, шкала моих возможностей поднялась. Второе, что здесь, вот, например, существует, вот когда экстрасенс где-то на даму принимает, просто без медиков, он несет ответственность за здоровье человека. Но мы гарантии никакой дать не можем больному. А ведь должны как-то все-таки отвечать за этого больного. А здесь как бы двойная гарантия больному. Есть, конечно, какие? После операции. Ну как, легче стало. Болеть меньше стало. Но это заслуга хирургов, а не Нины Станиславны, или нет? Вы знаете, и Нина Станиславна большая заслуга. В чем? И хирургов, конечно. В чем? Улучшение. Боль-то снимается все-таки.